Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее 5 лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. В Центральной библиотеке Первоуральска полным ходом идет подготовка к Новому году. На входе гостей встречает наряженная лесная красавица, уютное кресло и даже бюст Пушкина. Сотрудники подготовили для посетителей специальную фотозону. За несколько дней ее существования на память в необычном интерьере себя успели запечатлеть десятки горожан. Ноги вместе сложи. Тут не складывается за кресло. Так, и волосы немножко поправь на правую сторону. В этой фотозоне каждая деталь на своем месте. Впрочем, куда больше интерес у посетителей вызывает не нарядная елочка, а бюст Пушкина. Его работники библиотеки обнаружили в хранилище, отмыли и обновили покрытие. Эта фотозона мне очень нравится, потому что она очень эксклюзивна. И самый главный герой этой фотозоны, конечно же, Александр Сергеевич Пушкин. Это не везде, не в городе, не на каждом углу можно сфотографироваться с Александром Сергеевичем. А вот именно здесь, в библиотеке, это получилось здорово. Библиотекари Первоуральска принимают участие в областном конкурсе на лучший творческий проект праздничного оформления библиотек. На выбор было дано 2 темы – локальная идентичность уральских территорий или 225-летие со дня рождения Пушкина. В Центральной библиотеке сделали акцент на последней. Мы решили, что это будет что-то такое нежное, волшебное, лирическое, чтобы подвигало наших пользователей к прочтению лирики Пушкина. Еще раз открыть томик призывала наша фотозона. В библиотеке с ярким названием «Радуга», что на улице Вайнера, выбрали тему локальной идентичности. Главный акцент в этой фотозоне – необычная елка из имитированных чугунных труб. Руководствовались тем, что Первоуральск – первый город на Урале, где их начали изготавливать. Идей было много. Нужно было выбрать одну какую-то концепцию, все это еще и реализовать. И вот наши руки, мастериц, один сотрудник предложил сделать там сундук своими руками, другой предложил сделать там торшер из паутинок, да, из ниток. Вот. Если внимательно рассматривать нашу фотозону, практически все элементы сделаны своими руками. Новогодний конкурс «Большие гонки» придумали и запустили специалисты библиотеки имени Белинского. В этом году в него включились сразу 4 организации из Первоуральска. Свои идеи подготовили и воплотили в жизнь также сотрудники библиотек, расположенных на улице Емлина и в Белимбае. По условиям конкурса победитель будет определен путем голосования. Оценить все творения и отдать свой голос за лучший вариант можно на странице Белинки ВКонтакте до 26 декабря. Юлия Данилова, Владислав Тринько, Интера ТВ.